Всем доброго времени суток, это Майер. В общем, этот выпуск я делаю по вопросам, значит, моих подписчиков, зрителей. Как на этом приборе обновить прошивку? Прошивка обновляется двумя способами. Значит, первый способ — это скачать прошивку, программу, утилиту. Она у меня находится здесь в описании, в старом вот этом видео обзора оригинала AB6 Mini. Кстати, вот это видео я снял давненько. Видите, тут хороший просмотр, много лайков. Рекомендую посмотреть. Это будет в описании ссылка. Обзор оригинала IMAX 2017. И в описании здесь вот есть ссылка на сами файлы. Нажимаем, переходим и с Яндекса скачиваем. Вот самый верхний файл. Это и есть сама утилита для обновления. Второе — это вот программа для работы с IMAX. Так, ну давайте предварительно, что мы сделаем сейчас. Включим IMAX. Так, включили IMAX. Подключаем, значит, вот в это гнездо ПК-Link. Шнурок наш USB. И после того, как мы скачали, распаковали, на столе появляются вот такие два файла. Берем один файл, нажимаем, открывается интерфейс программы. Все, тут одна кнопка «Апгрейд». Нажимаем, все, утилита сама связывается с сервером SkyRC и загружает быстренько файл небольшой прошивки. Все, 100%. Написала satisfaction, значит, все в порядке. Перезагрузился интерфейс, значит, уже. Все, можно шнурок отключать. Заходим в меню. System setting. И смотрим версию. Все, она обновлена. 1.14. Так, первый способ понятно. Второй способ. Так, зря я отключил USB. Включаем USB. Вторую программу, которую вы скачали, это для работы с данным девайсом. Так, вот называется ChangeMaster. Она полностью русифицирована, удобная. В первом видео вы можете посмотреть, как я ее устанавливал, эту программу. Вот, смотрим текущую версию 1.14, но у вас будет отражаться предыдущие там какие-то версии 1.0 или какие-то. И здесь доступная версия будет 1.14. Нажимаете обновить ПО. Также пробегает строчка. Все, она перезагружается. И также я просто не могу сейчас откатить назад на старую версию, чтобы показать. Ну вот, просто видите, кнопка есть обновить ПО. Вот на нее нажимаем, и все загружается, также все обновляется. Сегодня пришло два вопроса, и поэтому я снимаю видео данное. Постарайтесь сделать видео. Ну, сделаем. Так, и следующий вопрос, значит, от зрителя, посмотревшего мое видео по IMAX. Это каким током заряжает аккумуляторы 18650 литий-ион, если мы их берем 6 штук. Вот я так. Вот открываю, значит, на экране. Сейчас вы узнаете о новом революционном решении. Реклама идет. Это хороший признак, что реклама появилась на канале. Это говорит о том, что канал на YouTube будет в раздаче, люди больше будут смотреть и узнают о моем видео. А если вы еще сделаете репост, поставите лайк и откомментируете, то это будет еще быстрее процесс. Значит, раскрутки моего канала. Для чего нужна раскрутка? Спортивный интерес, я вам отвечу. Мне интересно. Так, ну давайте глянем, значит. Вот, Виталий. Три у него вопроса. Все, взяли. Так, смысл ставить 1,2 ампера при 6 ячейках. Там 2,4, 2,7 миллиампер, что-то будет. Чего вы взяли, что вот так посчитали? ИПК показывает 0,3 на банку
точнее 240 миллиампер на одну банку, если точнее. Ну, как-то вот так задали вопрос. Вы понимаете, я не понимаю, не совсем. Я вот понимаю, что какой ток будет вот. Ну, вот видите, какие вопросы каверзные. И по умолчанию ставлю 1,2, там подберешь. Наверное, сниму еще видео, Макс, и подписывайся. Ну, видишь, то есть человек написал, я даже... Не стал ничего говорить, обещать, отвечать. Я сразу снял видео, и человек наглядно все посмотрит из данного ролика. Так, так. Итак, заходим в программу. Вставляем тип заряд, тип батареи литий-ион, заряд 6 банок. Значит, ток, значит, без разницы. И пробуем, стартуем. Смотрим за показания тока. Мы видим, то есть видим, что никаких артефактов нет. То есть вот мы задали, идет заряд нужным током, все ровно, без всяких скачков, бросков. Идет зарядка. Температура 35 градусов. Температура устройства может доходить до 57 градусов. При росте до 50 градусов активно начинает кулер вращаться. Сейчас вот 2 ампера качает, и еще кулер даже не заработал. Для него это семечки, 21 вольт, сколько там, 24-25 вольт, для него это семечки заряжать. Ну, все тогда. Допустим, мы зарядили, потом нам надо что поставить на баланс. Допустим, отбалансировать нам надо аккумулятор. Да, ну давайте. Отбалансируем аккумуляторы. Видите, тут есть возможности заряжать, разряжать, на хранение. Ну, в первом видео я рассказывал, что такое хранение, быстрый заряд, разряд, балансировка. То есть на этом останавливаться даже не надо. Балансировка, это вот, допустим, у вас аккумуляторы по каким-то причинам разбалансировались. Ну и вот вы ставите балансировку, нажимаете, и пошло дело. Пошло дело. Ну вот видим, закачивает, значит, ток 1.36. Ну вот такой он выбрал. Это умная зарядка, я за нее говорить не могу. Она сама там разбирается, у нее какие-то алгоритмы заложены. Значит, производитель своими секретами со мной не делился. Умная зарядка знает, каким током заряжать. Вы ее включили, режим выбрали и ушли. Пришли, все заряжено. При этом она заряжает самое щадящее для аккумуляторов. Она сейчас видит, что не надо подавать 2 ампера и не подает. Видит, что в режиме балансировки... может через себя прокачать аккумуляторы 1,2 ампера. Ну, по максимуму качает. Я не знаю, зачем вам это разгадывать, эти режимы. Как работает IMAX. Мне ни к чему. Вот я включил, все, ток 1,2 ампера. Это значит, 2-амперный аккумулятор он закачает за час и все. Так, еще вот такое мое соображение, отвечая Виталию опять же на этот вопрос по токам зарядки на IMAX. Делайте вот эти провода балансировочные чуть-чуть потолще. Может, дело в них,
Может, вы сильно тонкие провода используете, и как бы не может ток идти. Даже мои вот эти провода, это, наверное, тонкие. Сделал я вот такие же потолще, и наверняка бы сейчас бы ток был бы не 1,5, а 2 ампера. Ну, может быть так, это мое предположение, это надо перепаять вот этот балансировочный разъем и посмотреть. Ну, по крайней мере, как вы пишете, я нигде не увидел вот это 0,3 ампера. Если вам вообще не терпится, да, допустим, не терпится, аккумулятор надо зарядить за полчаса током 3 ампер, тогда не надо IMAX, надо сделать лабораторный блок. Как его сделать? У меня есть видео на канале, переходите, смотрите. И давайте я покажу на примере своего зарядного устройства. Так. Ну, вообще, полная зарядка у нас 25 же вольт вроде. То есть, вот. И начинаем заряжать. Все. Ток выставили 1,5. Сейчас идет ограничение потоку 1,5. Как достигнет 25 вольт, ток начнет падать. Все. Я сделал, посмотрите на канале, не менее умную зарядку. Пожалуйста. Вот можно литион вот на второй розетке. Видите, 4,2 ограничения потока. Тоже так же заряжать одну батарейку. Легко. Давайте покажу. Тема-то одна все равно. Так. Давайте покажу, только здесь надо поставить сейчас одну батарейку на холдере. Давайте поставлю одну батарейку. Так, одну батарейку поставил. Ну вот, видим. Включили, значит, ограничение потоку 0,5 ампер, ну добавим до 1 ампера. Вот, 1 ампер. То есть, также пока идет зарядка 1 ампером, напряжение будет расти до 4,2 вольт. При достижении значения 4,2 вольта постепенно начнет ток падать. То есть, все правильно. Вот, видите, 4,2 вольта. Включая, пошла зарядка. Если это IMAX Mini, то Майер сделал IMAX B6 Maxi. Вот это Maxi. Так что переходите на видео, посмотрите. Недавно, значит, занимался этим блоком. Раскачал его с 600 ватт до 1200 ватт. Китайских ватт, оговорюсь сразу. Там можно 1 к 10, наверное, делить. Но мощный, мощный. Все равно блок получился мощный. Можете аккумуляторы там какие-нибудь там до 100 вольт заряжать спокойно. Ладно, всем спасибо, кто досмотрел до конца. Подписывайтесь, ставьте лайк. Переходите, смотрите вот это видео. Всем пока, это был Майер.